Queso. Утром рано, на 7 часов встаем, але сами первый пускаем напоить, напоим, потом посмотрим, какие вот ягняты, что продали от этих матерей, что останется молоко. Остальных есть такие ягняты, чтобы матери нету. Этих пускаем сосают, а после пускаем пастбище, чабон придет. Сейчас около пол восьмого, так что вам будет гнать. Давай. Ну, уже 10 лет, что я занимаюсь скотоводством. Раньше, вот сейчас нормально, вот в этом году хорошо продавала ягняты. А раньше, вот, когда первые годы я покупал, чтобы держать фермерством заниматься, а сейчас в этом году ягняты хорошо покупали, но при пандемии, вот, и пандемия, и этот, у нас в этом году погода хорошая не была. Вообще сена мало было. Сейчас один тук поднимался 10-12 лар. Здрасте. Ну, здрасте, где мы теперь, Геннадь? А вот где мне ходишь? В этом году, от 2020 года, вот сейчас, при пандемии, когда вот начинался это, все закрывали. Сейчас рестораны, все магазины, рынки. И то товар не продавался. Все равно надо было держать, а держать цены нет. Надо покупать. Покупать уже каждый хочет покупать, уже подорожает. И корм, и это все. Мы раньше из Сахалкалака покупали керри, а сейчас там тоже не продавали. И мы поехали с Мареула, привезли, совсем дорого. Лар 10. И то вот дети не хотели. Один мой старший сын учится здесь, в академии. Тавдацвиц академия, он учил, закончил здесь. Но здесь где работать? Сейчас все закрывали. У нас еще такой район же небольшой. Столько много работы нету у нас. А младший сын, как школу закончил, в армии служил здесь, в Грузии. Они обои служили, мои дети. Служили у них все, военный билет, все нормально. Они это хотели что работать. Конечно, они же уже взрослые, им надо же свой копейк сделать, что потом придется время, чтобы жениться. Я же один не могу все успевать, все сделать. Ну, они думали пойти работать. Уехали работать. Они поехали там в Россию, у них есть возможность здесь там работать. У нас это было при пандемии, нигде ни в какой возможности, чтобы что-нибудь отнести, продавать или покупать. И то эта сено поднялся. Люди только сейчас за сено думают, чтобы сено покупать. Սոփելի ձան գայի սոփելի вообще მე ուղվարս էս սոփելի բերի երովնուլի սամի 4 երովնուլի սկոլարիս ախլամ ჩვენ աջարելեցան մեզոբլոբարիս ամ մեզոբելիս գոգոնդա գաթխովդի դղեբշի դապադիջետ դոխոբուրեցան քարտելեցան ծխովրեբա ერთად არის რომ ვინ რომ რაზეც მოგეხმარება უნდა
միդիտ մոգեղ մարև, ես էրդամ հացմած են եմ, հաց ուտենք, ահա, ես է ժամը 11-ին դի էրդամ, ահա, կնացինք ուրեմն, ամեն մարդ իրին գործին, На 20 лари бензин. 20? Да, 20 лари. Счастливо вам пути. Ելս գիտե արավուշավ, սիսերա, դա գասուլց էլս պանդեմիիս դրոս սայրթոտ ծխրադա աթիմանքանատով շեմովի դոդադր գաչել է բոլ, չահասկամ դա սացվավուս, ձելս մոյի մատամագալի թարդ արարեսիս շեզ ուդուր դիրամի իսետիրոմ, աշեմով ես շամոդիան սասում պետի դան, միդիան սասում պետ չի, ավսետ էրի բագեցա, դավա եվա շասնի որ, դավա Ազգուրեմ շակերպան բիդա դիմող միդա, այլ ապերս է, բենզին գասամարդ սատ գուրեպս է, մագալթա չուենս է, թու աջրով դիտ որիատաս, սամիատաս, տղեշի գո գասուրդեց մագալթա խութասի լարի, հոդացելս ուգէ գարգի Անդրեյյան, Ոխ շենեշ մոտ, հլա միրի գանցվալ է, մանամ դեմ ես վալ է բիճարց էր ուտա։ Ահա։ Ես թի սարձ չի, 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 Չավտպալեցրում առապերի, դավրջիտ չամոս ուլեմի ուգանց ասասուլելի խալ սարաղաքս շանսի պրոբլեմի բիախվեն գոյելասիտք միս բանգեպշի, նարավից ասեմի ծուալովտ, հոդա, չվենի չամոսլիս միզեզի իկիգորով մի խաց միծ առգ Ես ոտեղա ուրբան բայրամովա, թելի մուսլիմանովի սազուգադովիվա ամդղես զիմովտ, մեր է լոցվիս մեր է կտավտ ուրբանս շեծ իրվա բագետևտ, հոդա ամ իրուտքս ռոմ դավուկլավտ մեր է ուանացիլ էպտ գարիբ մոսախլեղու բազի Հոնա իկեց սպասում կաշի ծարյանիսի ինձ կատ մոդիան դա ակվիկրի բեպիտ ուելա էրդպատ։ Սիտմիս ասի լոցավի ասիս մոդիս լոցվազիս։ Ուելաս, աբուլի ուկոս մինցխայ է դակրավս իմահատ մեր եպուլայ չում պալոց, մինցխայ դակրավս իմահատ
აგული გვყავთ. პანდემიის პირობებში ვიცავდით ჩვეულებრივ პირბადეს, როგორც სახელმწიფო და საჭირო თვლიდა, მეტრო დისტანციას ჰქონდა და შემოვდიოდით ჩვეულებრივად. ლოცულობდით. თქვენთან ინფიცირებულები სულ დიდი 4-5 ადამიანი იყო. ისიც გადაიყვანეს სრაზუ გამოუშვეს. ამე მაგალითად საპრაგაზე ვმუშაობ, ხო? თუ ვინცა უნდა დაინფიცირებულიყო, მე უნდა დაინფიცირებულიყო. არ ყოფილა. ნუ ფოსულ ფულთან შეხება, სულ სხვადასხვა ხარჯთან შეხება, მაგრამ ეხლა დავიდეთ დაწყვილებში, ნახოთ ერთი როგორი მოსავალი გვექნება წელს. დავთესეთ 2 ჰექტარი და 20 მეასები. მაგ დაახვნა, დათესვა ეს და ავიდა თითქმის 5500 ლარზი. ავიღეთ მოსავალი, ავიღეთ, მაგრამ ტყუნად. ტყუნად ავიღეთ. ველოდებოდით, გაიყიდება, გავყიდით. არ გაიყიდა. პანდემიის ბრალია იმიტომ, რომ გაჩერდა ყველაფერი, რესტორანი, ბაზარი, მაღაზია, ყველაფერი გაჩერებული იყო. სად წამიღო და წავიღე ბათუმში. თქვი რომ დავდგები ბაზარზე და ცოტას რამეს გავხვი. ბაზარი იყო გადატენილი. კარტოფილით, მეტი არაფერი არ იყო. ეს 10-15 დღე ვიყავი. იზოლებული გავხდი დამეტოვებია ახლობლისთვის. და დაუტოვე ახლობელს. მოთხარი თუ რამეს გაყიდი, გაყი. მერე დამირეკეს რომ ჩამოდიო. უშველე კარტოფილს. ჩავედი და 10 ტონა კარტოფილი გადავყარენ პირდაპირ მანქანაზე დავტვირთე და გადავყარე. მოყვანით, კარგად მოვიყვანით. 40 ტონა, 45 ტონა კარტოფილი მქონდა. ან ზოგი 20 კაპიკად, ზოგი 15, ზოგი ისე მივეცით ვიღაც ვიღაცაებს, რა ვიცი და 10 ტონა პირდაპირ რომ გადავყარეთ ეს იყო. მე წელს მაგალითად კარტოფილის ამთესი არ ვიღავ, არ წესავდი. თუ რა დავთესო და ზარალი. მაგრამ იზოლებული გავხდი ეს თესლი, საწამეო. კიდე ვიქირავი მიწა. უნდა დავთესეთ კიდევ კარტოფილი. ნახოთ წელს რა შედეგი გვექნება და როგორი იქნება ეს ყველაფერი. აა. ამას ვიდავთ. აი კიდე გამო. მეც არის ნარი ლევერ ვაჭამე თუ არა? საკითხები წავა ეხლა. სანა გაჩუნდეთ ხმა. აბა და ეიც, აბა და დაგურება ხომ თვილა არ გემუბნება. აქ ფულს არ გახდიეს და არაფერს ნეიც, აბა და ნაკი. გებნევა რომ არის ამფერი, არის ფაქტი. ხედავ შენაც და ანუ არ უნდა ჯინა და ემაგაზენი. Когда в мае начинается, вот делаем кирпич. Это наше отопление зимой. Прессуем вот так. Одну неделю, 10 дней, если солнце есть, он сохнет. Потом переворачиваем. Высохнет, потом слаживаем такими бочками, чтобы сухой стал. Потом убираем, чтобы зимой было топить. Газа нету, пока не провели. Обещают, но когда, не знаю, сделают. Каждый год. Ну, хотелось бы, конечно, лучше жизни. Но так как нету, у нас работы нету нормальной. Кроме фермы, чтобы куда-то пойти устроиться, даже в тот район, если поехать там работать. Ну, официанткой в ресторане это тоже невыгодно. 300 лари в месяц не устраивает так. Не то, что не устраивает, мы не можем обеспечить на 300 лари. Ну, на ферме так зарабатываем. Ну, хотелось бы, конечно, лучше жизни. Ну, хотелось бы поехать куда-нибудь, вот где родственники, посмотреть, жить, пожить там. Нам тяжело выехать в Россию, чем из России приехать в Грузию. Мы не болели,
так сильно в нашем селе, чтобы сказать, что приехали, забрали, увезли или кто-то умер. Нет, у нас такого не было. Телевизор, интернет. Только там смотрели, что вот столько человек заразилось, вот столько умерло, столько выздоровело. Только через новости узнавали. Это редкий-редкий случай, что вот слышно было, что в селе вот кто-то заболел. Опять базар. Красный. 17 пойдет. Сделай чуть громче. И потанцуй. Тебе в школу отдам танцев. Все, мама, нормально? Молодец. Наташа звонила. Ага. Приглашают нас ехать в Россию. Ну, можно, в принципе, там. Сказали, документы делать. Ну, да, а как сделать? Не знаю. Мы сделаем какую-то. Ну, поезжай, поедем с тобой, сделаем документы, уедем. А что вообще она, а как она там? Ну, она нормально, она одна. Угу. А еще, а еще что? Только это пока звонила, ну, и да. Все? Ну, завтра Троица. Ты пойдешь кланяться на Всеволодский? Пойду. Или лень тебе утром вставать? Белоснежные ленты даже. Кофточки. Ну, так.